Пане Адаме! Пан Адам! Пан Адам, не стреляйте! То я! Это я! Самусик! Самусик! Привел? А как же? А как же? Бывай тут. Зови сюда. О, пан Адам хочет запросить. Вы хотите пригласить ее в зал? Не да и не пойдет она. Стеснительная. Она сгодна. Она согласна. В пивнице. В подвале. Уже все готово. Якось... Какая-то... Она, есть она у тебя маленькая. Зато цицки. Зато о! Титьки, во. Звать как? Текля. Текля. Матко Боска. Матерь Божья. Текля. Текля. Фёкла. Фёкла. Параска. Параска. Дикие люди. Дикие люди. Докончи, пани. Куда пани же Текля? Вы, пани Текля? Ходьми разом. Пойдем вместе. Нех пани не спеши. Не торопитесь так. Нех же пани придет. Идите ко мне. Пани кухарка. Моя дорогая. А где пани Текля? А где пани Текля? Пани Текля спит. Спи ты! Да, зря мы доверились этому пьянчушке в гроб его мать. Товарищ командир, а ну взгляните. Кажется, Самусик нам знак подает. Точно машет. Бутылкой паразит машет. Не зря я Талаша послушал. А, родной, давайте людей поднимать. Взвод, становись! Ну, дед, ну, дед, молодец, дед, молодец. Спокойно, граждане панове, спокойно. Вы окружены, сопротивление бесполезно, так что оружие на стол. Молодцы. Господа офицеры, выходи по одному. Быстро! Сидеть. Садись! Сидеть! А, сидеть! Господа генералы, прошу, прошу. Пожалуйста. Охранять! А вы играйте! Играйте! Праздник продолжается! Стой! Стой! Вы давайте сыграйте до потуху или крыжачок. А что можем сделать? Давай, давай! Давай, иди, иди. Иди. Садись. Ладно, все, хватит. Хватит. Идите. Может, поцелуемся, а? Старый человек. Старый человек. А ты чего уши развесил? А ну марш! Пошел отсюда! Где он? Где он? Зря ты злишься. Я тебя от смерти спас. Наши разведчики прирезали б тебя, как поросенка. А ты его, живой. Разумем. Понимаю. Послушай, пан Адам, ты ничего не слыхал про арестованного мальчишку? М? А? Ну, он такой... лопоухий такой. А? Какой-то мальчишка сидит у нас на гауптвахте. Так. Тише, Диана. Тише, Диана, тише. Тихо. 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 Ты зачем кобылу берешь? Стой, куда?
Но, Диана! Но! Кто стрелял? Кто стрелял в графа Шумать? Черт! Вон он! Вот гад! Ну, я его сейчас. Взводный приказал не стрелять. Да поздно уже. Через час тут поляки будут. Тут недалеко смолокуренные шалаши. Ну? Вот там, от поляков, хорошо укрыться можно. Место глухое, безлюдное. Несколько дней там переждем и на Михалова. Мы в твоих шалашах окочуримся в такой холод. Теплых вещей наберем, в доме, и провизии наберем. И на несколько дней притаимся там, а? Они видны. Что-что? Опять за моей спиной с этим дедком контрреволюцию разводишь? У него партизанский отряд, а у тебя боевая красноармейская единица. И ты обязан в любой момент вступить в бой с неприятелем. Кончай, комиссар. Поляки перестреляют их, как куропаток в чистом поле. За отряд отвечаю я. Точка! Уходим на смолокурные шалаши. Это приказ. Приказ? Ладно, родной. Если живым вернешься, тебе зачитают приказ. Перед строем. А мне некогда. У меня своих дел по горло. Что, дядька Василь, гидроимпериализма во сне увидел? Ага, почти что. Правильно сказал комиссар Невидный. Не стоит рисковать людьми ради Хлопчука. Ты это брось. Что значит Хлопчука? Твой сын – будущий красный боец, может быть, командир. Когда это будет? Но ведь будет же. Ага. Уходить вам надо. Ага. Тем более, Симона моего держат не в тюрьме, а в этой... вахте, что ли. А там большой силы не надо. Ладно, дядька Василь. Пойду хоть немного посплю. Рассвет уже. Пора принимать решение. Что, помогли красные с Симоном? Хотели, но я отказался. Нельзя чужих людей отправлять на смерть. Да и Симон, он же не в тюрьме сидит, а в этой... Гауптвахте? Ага, Михалова. В Михалова? В Михалова у меня Шурин живет. Шурин – это хорошо. А Симона мы вызволим, дядька Василь. Тем более с гауптвахты. Обязательно вызволим.
Спасибо, сынок. Спасибо. А сейчас к Волоку пойдем. Он тут отряд собрал, а потом Михалова. Подожди, Мартын, что ты в лице изменился? Дома что? С батькой? С женой? Нет у меня больше дома, дядька Василий. Ни дома, ни отца, ни жены, никого. Стоять! Руки вверх! Стоим, руки вверх! Кто такие? Чего по лесу слоняетесь? Нам Макар Балук нужен. Дело к нему есть. Дело, говоришь? Михай, жди здесь. Угу. Мартын! Лоза! Дядька Нечипор, неужто ты? И правда ты? Голос твой не узнал. Ну так. Как узнать, если мы тебя давно в землю закопали? Ха. Что же мне так со смертью везет-то, а? С германской похоронка пришла, а вы живьем в землю закопали. Сам Балук сказал, что всех вепринских и тебя тоже поляки убили, а село сожгли. Правильно сказал. Только, видишь, живой я. Нам с Макаром поговорить надо. Ведите, хлопцы. Ага. Давай, сынок, веди. Пошли. Идемте, дядька Василь. Хлопцы, волки! Я тебе дам сейчас, волки! Кто это? Мартын Лоза с того света явился. А кто это Мартын Лоза? Твой друг? Больше, чем друг. Считай, брат. Ха. Мартын. Я очень рад, что ты живой и здоровый. Я с Талашом пришел. Хорошо. Галина, жена моя. Мартын. Здрасте. Здравствуйте, дядька Талаш. Я Макар Балук. Помните? Угу. Вы нас на войну провожали. В 14-м. Садитесь. Чем богаты? Мы пришли, Макар, предложить тебе объединиться с нами. С кем с вами? С красноармейским партизанским отрядом под руководством товарища Талаша. А зачем? Чтоб под единым руководством Красной армии большевиков бить польскую гадину. Мы с тобой, Мартын, много чего видели. И дома, и на фронте. Дома ты быдло. Хам, вся кровь. На фронте свинья, выродок, скотина. Тут поляки, там москали, так? Разница какая? Может, вы думаете, красные поляков прогонят? И вам волю дадут? Земля. Им наша нужна. Я тогда в амбаре не стал тебя останавливать, когда ты про красных соловьем заливался. Не до того было. Но теперь скажу. Говори. Ты их командиров нахваливаешь. Из рабочих. Крестьян. Рабоче-крестьянская армия. Какая к дьяволу армия?
шайка голодранцев. По мне, так рабочий должен работать. Крестьянин пахать землю. А военный воевать. Или не так? Не так. Сами мы пока что не справимся. Мало силы. Мы с красными. И тебе надо определяться или туда, или сюда. А я давно определился. Не туда и не сюда. Я посередине стану. И бить их по очереди буду. Одних с этой руки, других с этой. Рук не хватит. Пока хватает. Хватает, пока ты тут сидишь в лесу, прячешься. И пользы от себя, как от старого козла молока. А высунешься, начнут тебя гонять, как зайца. Вот тогда послушаем, что ты запоешь. Погрейся. Разбойник. До чего дело дошло? Дождались. Речь Посполита с детьми воюет. Узнала бы моя Ванда, что я в холодном сарае ребенка сторожу, выгнала бы из дому. Сколько тебе лет? 12. Моему Анжею 18 было. Снарядом убило. У нас с Вандой, кроме него, никого не было. Если я отпущу тебя, один до дома доберешься? Ну, иди. Я пойду. Мальчика с Самоном зовут? Ага. Она, когда из наших кого арестовывают, всегда помогает. Еду носит, вещи. Так каждый раз. Хватит, Петро. За детьми присмотри. Я скоро вернусь. Я с вами пойду. За Таису. Я их живыми в землю закопаю. Копальщиков у нас своих хватает. А вот глаз и ушей в гарнизоне. Кот наплакал. А если ты будешь сообщать, что тут у вас в Михалове делается, большую пользу нам принесешь.
Что стреляешь? Кто ж до лесу? В лес кто-то побежал. Вечно тебе что-нибудь кажется. Стой! Ой. Стой! Стрелять буду. Нех пан не стреля. Не стреляйте. Я только спросить хочу. Спрашивайте. Соседи сказали, что мальчишку из Примаков привезли. Хочу узнать, не мой ли племянник нашкодил чего? Племянник? Утек твой братан. Сбежал твой племянник. А я теперь его охранника караулю. Можешь посмотреть. Янку? Янек. Слышишь? Слышишь? Тут твоему беглецу тетка какая-то пришла. Послушайте. После того, как мальчик ушел, сбежал, я слышал выстрелы в лесу. Может, просто так кто стрелял. Но во время войны просто так не стреляют. Вот здесь он остановился. Вижу. Быстрее, дядька Василий. Иду уже, иду. Ишь ты, кружит как заяц. Я научил. Да не кружит, заблудился он. Найдем, дядька Василий. Найдем. Мартин, что там? Добже. Симонка. Живой. Ей-бог, живой. Сынок. Папа, снег глубокий. Я бы убежал. Не донесем до лагеря. Горит весь. В Тернище нужно идти, к матери Балука. Тут недалеко. У нас тут мальчика в лесу немного ранило. Версты 3, недалеко, так мы к вам. Дома сидеть надо, а не по лесу шататься. А это кто с тобой? Дядька Талаш, с Примаков. Разве не знаете? Да кто же его не знает? Не узнала я тебя, Василь. Богатым будешь. Проходите, проходите. Раздевай мальчика. Раздевай. Сейчас. Я сам. Ага. Это твой мальчик, Василь? Мой.
Внук или правнук? Сын младший. Сколько ж лет будет? Ему? Сколько ему, я вижу. Тебе. 76. Скоро будет. Молодчина. Молодчина. Давай смотреть будем. Холодная. Сейчас согреем. Он же мертвый. Кто? Мальчик. Нет. Он спит. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, спаси и помилуй старых и молодых, убогих и сирых, и вдов, измученных и больных, тех, что в беде и в несчастье, и в неволе. Помилуй, Господи. Помяни, Господи, и скоро силою Своею даруй им спасение и освобождение. Спаси, Господи, и помилуй Богом хранимую землю нашу, чтобы мы могли жить тихо и спокойно со всей набожностью и достоинством. Спаси, Господи, и помилуй тех, кто ненавидит и нападает на меня, и не дай им пропасть из-за меня грешной. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ну что ж, товарищ Петр, спасибо вам за очень важные сведения. Я-то Лашу обещал. Надо выполнять. Лоза, проводи. Угу. Слушай, Мартын, а где Талаш? Да, заболел он. Домой в Примаки пошел. Ты иди. Если верить его сведениям, то через 3 дня поляки будут грабить ганусы. Атаковать и разбить к чертовой матери. Да, конечно, чего там? Можно с тыла рубануть. Знать бы, сколько их. А приказ председателя для военсовета мне куда прикажете засунуть? Я по трибуналу идти не хочу. Так уж и по трибунал. Да, да, товарищ Лоза. Из этого штаба и прямо к стенке. Есть приказ приостановить военные действия против поляков и привести батальон в Смоленск в распоряжение 16-й армии. Ты плакат этот читал? Все на борьбу с Деникиным. Так что, ганусы я оборонять буду со своими партизанами? Мы люди военные. Что дальше делать, вы сами решаете. Да если вы оставите высокую рудню, они же разбегутся по домам. А вы, товарищ Лоза, своим авторитетом не можете на них повлиять? Какой же у меня авторитет? Я ж не дед Талаш. Да, жаль, что дед болен. А навестить его никак нельзя? Почему нельзя? Можно. Ну так давайте, действуйте. Только нужно, чтобы вы сами поехали к нему, поговорили, убедили. А что, командир?
Поехали к Талашу. Зачни мы. Начнем. Подай на звезду. Назови фамилии тех, кто сотрудничает с тобой на нашей территории. Чесик. Чесик. Угу. Ну что? Спрашивайте, господин следователь. Подай на звездка. Назови фамилии тех, кто сотрудничает с тобой на нашей территории. Говори, мразь. Хватит, Чесик, хватит, Чесик. Евреи народ живучий, но этот может подохнуть, а мне нужно из него еще кое-что вытянуть. Отделение приготовится. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. И настанет година свободы. Комба. Красивый гимн у французов. Не горше от нашего. Не хуже нашего. Навод в чем-то подобный. Даже чем-то похож. Еще Польска не сгинела, кеды мы живем. Что нам опца пшемус взяла, шаблем отбежем. Марш, марш, Домбровский, но разом... А ну вместе! Семиловский до Польски, за твоим шеводом, злочим все народом. Нет. Наш лучше. Наш лучше. Целюй. Целься. Да здравствует мировая революция! Огонь! Здравия желаем, товарищ Шелегин! Здравствуйте, граждане партизаны! Здорово, мужики! Проходи, дядька Василий! Здравствуйте, дядька Василий! Здорово, мужики! Не приедет, Талаш, не приедет! Здравствуйте, дядька Василий! Рад себя видеть, Мартын! Как здорово? Ничего! Тише, товарищи партизаны! А мы вас ждем! Ну, тише вы, тише! Я получил приказ. Не позднее завтрашнего дня покинуть Высокую Рудню и передислоцировать батальон в указанное место. Поляки ж на Ганусу напасть хочешь. Поляки, товарищи, сами решили, мужики. По всему фронту, пойму. Мы для этого здесь и собрались, чтобы решить, что делать дальше. У вас есть два пути. Первый. Разойтись по домам. По домам это, конечно, хорошо. А ты как думаешь? Есть второй путь. Продолжать борьбу имеющимися в наличии силами. Какими силами? Решайте. А чего нам решать? Пусть командир решает. А что Талаш скажет? Дядька Талаш скажет. Говорите, дядька Василий. Говори, говори, дядька Василий. У нас один путь, сынки. Воевать надо. Нет сил терпеть. Все время битыми ходим. То война, то революция, то немцы, то поляки.
Теперь вот, красные должны уйти. А как же мы без красных? Без них тяжело будет. Видно, Богу так угодно, чтоб свое Полесье обороняли мы сами, и чтоб каждый мог сказать: это мое. Я за это кровь лил. Хорошо сказал дядька Василий. Правильно сказал товарищ Талашевский. Сами ганусы оборонять будем. Оружие мы вам, какое сможем, оставим. Фугасы штук 20. А это что за штука? А это, дружище, такая хреновина. Короче, если наступишь, высоко взлетишь. А, мины. Так вы, значит, товарищ Лоза, знакомы с миноподрывным делом? Ой, довелось германскую. Теперь у нас есть провиант. Быстрей, давай. Ошмерел совсем. Они же руки подняли. Сдаются. Кому сдаются? Мне сдаются. А мне их сдача не нужна. Мартын! Это люди! Это люди. Ты что, дед? Какие это люди? А что, если кто-то из них мою Таису? Твоего Симона? Да я этих гадов живьем грызть буду, и никто меня не остановит! Я остановлю. Пуля моя остановит. О! Угу. Проходите, хлопцы, проходите. Да не толкайся ты. Что? Зенон, чего? Сходи к соседям соли попроси. У нас этой соли как грязь. Интересно, интересно. Куда? Куда кожух деть? Ты видишь, ко мне друзья пришли? Ага. Сходи. Чего стали? Садитесь. У тебя, Войт, праздник какой-то или что? Ага. 100 лет бабкиной склянки. Ну. Талаш с голодранцами отбил обоз с харчем у поляков. И в пущу ушел. Иди ты. Откуда знаешь, что Талаш? Знаю. Ну что, притихли? Где он может быть? А где хочешь. В Тишковой заводе, на смолокуренных шалашах, на глухом острове. А может, и там, и там, и там. Он пущу знает, как ты свою хату. Думайте, мужики, думайте. А то Збигнев вас вместе со мной к стенке поставит. Хватит, Войт, кота тянуть за хвост. Ты уже все придумал, так говори. Надо своего человека к Талашу послать. Я не шучу. А кого послать? Савку Мельгуна. Савку? Этого пьяницу и конокрада? Все. Савка не такой простой, как вы думаете. Сволочь он. Вот и хорошо, что сволочь. Нам легче договориться будет.
а красные за своего примут. Ну, Войты, я бы до такого не додумался. Так ты что, может, и стол для него приготовил, а? Идите за Савкой. Я не пойду, а то прибью этого гада по дороге. Он мою гнедую цыганам продал. А я без церемонии. Добрый вечер в хату, тетка Настя. Доброе, Евгения. Случилось что? Да нет. К Степану дружки пришли. А я вижу, вы не спите. Вот думаю, зайду. Ага, проходи. А где дядька Василь? Я видела, он пришел. Симонки. Симонки. Вот горе-то горе. Все, все. Ты давай, садись. Так где дядька Василь? Не поверишь. Недели не прошло, как за ним красные переехали. А он больной. А они, товарищ Талаш, без вас, ну, никак поляков не побить. И повезли старика. Говорят, Мартын там уже людей обнадежил, что Талаш едет. Какой Мартын? Какой-какой? Лоза. Он у них тоже в командирах ходит. Лоза? Божечки. Авгинья, ты... Не говори только никому, особенно Степану своему. Я уже давно с ним ни о чем не говорю. Угу. И то правильно. Угу. Ой, он у тебя совсем зверем стал. Да какой он зверь? Ну как же не зверь, если он в вепрях хату Лозы сжег вместе с женой и отцом? Нет. Да. Этого не может быть. Он сказал... Постреляем, попугаем. И домой? Вот и пострелял. Авгения! Подожди. Ну вот, а теперь закусывай. Угу. Ты, Савка, человек, на которого мы не держим зла. Усадеб панских ты никогда не жег. На нашу землю и добро руку тоже никогда не поднимал. Как некоторые товарищи, которые теперь собираются в банды, прячутся по лесам и убивают представителей законной польской власти. Леса у нас большие, и догадаться, где эти бандиты прячутся, очень трудно. Надо, чтобы кто-нибудь разузнал про них. Так вы хотите, чтобы я к партизанам пошел? Мы бы сами пошли. Только кто нас возьмет, а? А что я в этих партизанах делать буду? Воевать? А тебе и воевать не придется. Ты просто разведаешь, где они, и нам расскажешь. Ответ дай. Потом выпьем. Ну так, а где я этих партизан искать буду? Люди говорят, что атаман их старик и очень похож на нашего деда Талаша. Деда Талаша? Вы ж с его Максимкой друзьями были? Было дело.
А что я с этого буду иметь? Ты... Ты, Савка, наверное, забыл, кто тебя из Длугошицкого плена выручил. Степан, я же говорил, что никогда не забуду. Значит... Согласен. Вот и хорошо. Молодец. Подписать нужно, что ты согласен. Помогать и сотрудничать с новой властью. Мы с Ливоном уже подписали. Угу. Олеся, принеси карандаш дяде. Угу. Спасибо, все. Иди к деду. Олеся. Девочка моя. Свекр, помогите детей собрать. Я ухожу. Угу. Олеся, давай одевай. Далеко собралась? Отсюда не видать. Ты что? Воздуха свежего наглоталась? Ты как мужу отвечаешь? Как заслужил, так и отвечаю. Выпиваете? За упокой души рабов Божьих Миколы, Таисы и дитяти ее нерожденного. Тобой убитых, Степ. Спасибо, свекор. Олеся, иди подожди на улице. Идем. Идем. Олеську можешь забирать. А эти со мной, Степан, останутся. Степан! Пожалуйста! Пошла прочь, курва! Степан! Вот так. Зря ты это, Степан. Всем спать. Не лезь, батька. Не лезь, когда не просят. Я пошел. Сидеть! Про каких это убитых она? Заткнись, быдло.